Сейчас, короче, антибаза какая-то будет, видеть опять. Опять какой-то, значит, пантюркизм сейчас полезет. Так, видео называется «Маргиналу неприятно от позиции Светова». Ну, иной раз мне кажется, что маргиналу неприятно от позиции маргинала, а Светову неприятно от позиции Светова. То есть они такие просто мазохисты, мировоззренческие. Реплика, которую сейчас мы услышим от Арестовича, это ну, что-то, что мы не могли себе представить. Миш, и Латынина, и Арестович Конторский. Тебе это непонятно, что ли? То есть мы вариант ФРГ ГДР. ФРГ ГДР вступает в НАТО, правильно? Вернее, ФРГ вступает, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно добудем, но гарантии НАТО на нее не распространяются разово. Мой режиссер выведет твит, который я написал в самом начале войны, где сказал, что как раз... Режиссер вывел что-то не то. Блять, что за расплей, короче, в чате начинается? Что это такое, блядь? Осуждаю, блядь, что это такое? Именно такая сделка и была бы, конечно, для Украины наиболее выгодной, написано 5 августа 2022. Кто-то в чате занимается сексом с азиатским томбоем. Года, то есть вот, значит, Светов говорит о том, что Украина должна была сдаться. Нет, я говорил не об этом. Я говорил о том, что гораздо выгоднее, чем победа в войне, не участие в войне, и был способ дипломатически разрешить конфликт, да, с определенным количеством ступок, но без того, чтобы... Нет, наоборот. Когда я говорил, что имело смысл сдать земли, и Зеленскому надо было улететь в Лондон, а я в первые дни войны так считал, ты мне говорил, что Зеленский поступил правильно, и что есть вещи гораздо страшнее смерти, и что бороться нужно до последнего. Ну да ладно. Что же случилось-то? Без того, чтобы пожертвовать десятками тысяч жизней. Да, бороться за Россию. И вопрос, которым уже даже должны задаваться граждане Украины, которые меня, надеюсь, в каком-то количестве продолжают смотреть, это почему мысль, которая была очевидна Михаилу Светову в начале войны, а сегодня становится очевидной украинскому... Да, с точки зрения самого Михаила Светова. Истеблишменту только спустя 30-40 тысяч жизней, только спустя полтора года войны. Вот, на мой взгляд, этого украинская номенклатура, этого обязательства украинской номенклатуры перед украинскими гражданами. Да, номенклатура ЛПР намного умнее, видите, чем украинская номенклатура. Кто бы мог подумать. С кем обществом не выполнено. И надеюсь, и вообще ожидаю, что у украинцев начнут появляться вопросы к тем решениям, которые принимала и администрация Зеленского. Миш. Миш. Мне кажется, прежде чем у них возникнут такие вопросы, уже никакого Зеленского как политической фигуры не будет на тот момент. Это украинское общество. Оно сейчас с нами в одной комнате? Я боюсь, что точно нет. Миш, ты пойми. Если Зеленский сейчас спизданет хотя бы о возможности мирного урегулирования этого конфликта, если он слово «переговоры» скажет, которое, кстати, довольно нейтральное, в слове «переговоры» ничего такого нет. Но если он в этот напряженный момент его пизданет, он в мусорном баке окажется в итоге. Миша, это Украина. Ну, он так и так там окажется вообще. Он, в принципе, в каком-то смысле он уже там. Он даже если захотел бы сделать себе силовой аппарат, такой, чтобы его достать было невозможно, ему бы это не удалось. Какой отдать территории? Ты о чем? Что отдать-то? У Зеленского этой опции нет. Именно потому, что гражданское общество в Украине хочет защититься от агрессора. А он хочет убивать интервентов. Точка. Здесь нюансов нет. Пока есть интервенты и пока есть оккупанты, они хотят их убивать. Все. Так же, как россиянское общество хочет этой войны. Это не путинская война. Это россиянская война. Это война россиянского общества с украинским обществом. Ни номенклатур, ни президентов, ни капиталистов. Это война двух народов. А через что верифицировать это утверждение? То есть, ну, как бы это звучит интересно, но вот как бы как это распаковать и вот как через что определить, что это действительно так? Вот недоделанный народ россияне, высранный большевиками в 20 веке, и Украина. Осуждаю, блядь. Спасибо большое, спасибо, все посмотрим обязательно. Украинцы. Да, и украинцы, которые тоже были высраны, блядь, большевиками, по этой же логике. Которые, как выяснилось, по сути дела, представляют из себя то, что не удалось добить большевикам. Вот. Да, да, охуенно. От такого восточнославянского, скажем так, макроэтноса, да, то есть супер. Да, именно поэтому большевики, они, значит, всю свою историю, они присоединяли дополнительные территории к Украинской Советской Республике. То есть они добить таким образом хотели просто украинскую идею
Вот, по этой же причине они издавали огромное количество литературы значит, на малороссийском диалекте русского языка, который называется украинским сегодня. То есть это попытка добить украинство, короче. Посмотрели. Да, неприятно, конечно. Не, ну это неприятно по целому ряду аспектов, вообще-то. Так, провести опрос некорректно, никто правду не скажет. Ну, так тем более тогда вопрос, как бы, через что, значит, верифицировать то, что это там, типа, народы они решили вот там друг друга уничтожить, как бы, или что-то типа того. Ну, справедливости ради, не то, чтобы маргинал прям активно засрал Светова, как бы. То есть он просто кушал и делал лицо такое, значит, что ему неприятно это слушать, и в конце сказал, что ему неприятно. Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Маргинал жестко хамит Евгению Панасенко». Ну, все, видите, маргинал, дешевка, букашка. Основание города — это основание его современного варианта с названием, со смыслом, с... Ну, то есть... С архитектурной основой. Иными словами, Екатерина придумала название Одесса, поэтому она основала город. При ней был построен основной комплекс исторических сооружений, которые, значит, лежат в основе городского ландшафта Одессы. Так что непонятно, что маргинал в залупу лезет. Замечательно. Она придумала слово, блядь. Гений в очередной раз пролил свет. Идем дальше. Задачей с непрерывным... Короче, я за маэстро, короче, в этом конфликте заведомо. ...развитием и так далее, и так далее. Поэтому... Вот За блистательного, неповторимого маэстро, значит. Непрерывное развитие, смысл, это все ни о чем. Единственное здесь, что он назвал, что имеет хотя бы какой-то смысл, это то, что слово Одесса, да, название, было дано при Екатерине. Не, на самом деле маэстро в самом начале, он не только это сказал, как, ну ладно. Замечательно. Это имеет какое-то значение? То есть, если Зеленский переименует Одессу в Жопоград, он будет основателем? На территории Москвы, хорошо, на территории Москвы были поселения 8 тысяч лет. Ну да, ну то есть, как бы, надо полагать, что при Екатерине там не был город построен, значит, просто с нуля, а просто она название придумала, короче, Одесса в сферическом вакууме. Лет до нашей эры. Еще 8 тысяч лет до нашей эры. Там на самом деле сохранились здания исторические еще тех времен, блядь, которые еще при Екатерине построены были. Но маргиналу похуй, понятно. Где Измайловский парк, там где Боровицкий холм. Это что получается? И это, кстати, лучшее, что есть в современной Одессе, так если подумать. Москва была основана 8 тысяч лет до нашей эры. Ну или тогда давайте так говорить. Но это же просто... Поселения балтов были. Да, славян там не было никаких. Да, да, и балты построили вот эти сооружения 18 века, блядь, и как бы построили город и назвали все это Одессой, блядь, древние балты. А потом пришла Екатерина, блядь, присвоила название и все нахуй разрушила, короче, насрала там на главной площади, где потом ей памятник поставят, который хотели заменить на памятник Билли Херрингтону. Вот это, кстати, вот единственное, что сделала современная украинская государственность, она хотела заменить памятник Екатерине на памятник Билли Херрингтону. То есть мы можем претендовать на то, что Москве действительно многие-многие тысячи лет, но проблема в том, что тогда надо признать, что Москва не русский город, ни хрена. Так, в чате пишут, еже хватит быть таким зедником. А при чем здесь зедничество? Мы говорим про 18 век. Мы говорим про времена Екатерины. То есть мы говорим о том, значит, при Екатерине строилась Одесса или нет. При чем здесь зедничество-то? Ахинея. Да. Или у нас Екатерина, она теперь, значит, ретроспективная зедница. Либо мы говорим, что Одесса была основана Екатериной. Что где-то в районе, вдалеке, потому что Одесса сейчас большая, раньше, если где-то два приплыли грека, колонизаторы, сделали греческую колонию, древнегреческую колонию, это к Одессе не имеет никакого отношения. Это греческая колонизация, это поселение, это все другое, другой смысл, другой этнос. Нет, буквально, когда Екатерина основывала эту самую Одессу, этот населенный пункт был и просто назывался иначе. Опять-таки, маргинал явно не в курсе, какой вклад был внесен именно в строительство Одессы как таковой во времена Екатерины и впоследствии времена Российской империи. То есть он буквально думает, что, значит, войска Российской империи, они пришли в уже готовый город и просто назвали его Одессой и, блядь, поставили там памятник Екатерине.
То есть с точки зрения маргинала это вот так, видимо, происходило. Ну, типа, это же полная хуйня. Татары жили. Как бы у него было тюркское... Да, да, татары отстроили все эти здания, как бы монументальные, там, в стилистике, там, значит, барокко, рококо, там, ампир, блядь. А потом пришла Екатерина, блядь, все захватила. Пришла Екатерина и сказала без негатива. Да, 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 да. То есть татары там построили монументальную архитектуру, блядь, с колоннами. И пришла Екатерина такая, о, охуенно, заебись город, как бы. Но мы назовем его Одесса. Тогда давайте, давайте поменяем название просто. Ай, блядь, какой же кринж. Спасибо за донат. Название. Я его сейчас не вспомню, я не историк, но оно было. То есть там даже... Да, да, да. И название было. Надо полагать, вот вся архитектура, которую там построили, она тоже уже была, блядь. На момент прихода там этих самых екатерининских фаворитов, которые это все строили. Даже в документации оно указывается с этим названием, когда ему присваивалось новое название, новый статус и так далее. Ну да, ну да. Ну, конечно, мы не будем сравнивать, чем и был этот населенный пункт как бы до Екатерины, до екатеринских времен, и как бы чем он стал во времена Екатерины. То есть что там было построено и так далее. Да? То есть мы просто будем говорить про древнее поселение татар, где там четыре юрты стояло, значит. Да, спасибо большое. Это даже не говоря о том, что большая часть этнических татар, они как бы исторически тоже уже к тому моменту находились, либо впоследствии были включены под контроль, значит, российской державы. То есть да, можно даже опираться на тейк о том, что там да, татары все построили. То есть все здания там ампира, блядь, в стилистике ампира, рококо, это все построили татары. Да, только проблема в том, что татары это второй по численности этнос как в Российской империи после русских. То есть после великороссов, малороссов и белоруссов. То есть там дальше идут татары. Так, маргинал работает на свою нынешнюю мышь. Не, ну это с одной стороны понятно, с другой стороны, ну совсем-то до абсурда не надо доходить. Что, типа, вот Екатерина, она просто слово построила, блядь, слово придумала, а город там уже был. Да, охуенно. Так все и было, безусловно. То есть она снесла, короче, небоскребы татарской Ваканды, которые там стояли, и вот поставила свои, значит, здания с колоннами. Кринж говно. Ну, Панасенков, вы понимаете, что Панасенков, он метит в статус нового Жириновского, да? То есть, чтобы нести всякую крин... Пригожина, короче, заменит с собой, или кто там у них? Блять, я... А, не Пригожин, подожди, там какой-то другой... Короче, я забыл фамилию чувака, которого поставили. Поставили после Владимира Вольфовича руководитель ЛДПР и просто сказал рандомную фамилию, значит, россиянскую, которую я знаю. Кринжовую хуйню, которую реально власть имущие люди сказать не осмеливаются, и вот быть инструментом... Да, видите, маэстро тоже конторский теперь, короче, он тоже инструмент. С помощью которого Кремль, а значит и кремлевские медиа, прощупывают аудиторию. То есть можно ли вообще нести такую с федеральных каналов? Да, можно ли вообще нести с федеральных каналов, что Екатерина, во времена Екатерины построили Одессу? Какая свежая, оригинальная мысль, то есть ничего себе. То есть это ж не так, что в любых учебниках истории, в том числе в советских, как бы это написано было. Нет. Ну, то есть для этого был нужен Жирик изначально, ну и, соответственно, Панасенков, он постепенно занимает его место. То есть и для меня это просто, ну, как бы еще один подконтрольный оппозиционер, вот такой же, как Киркин, Кат. Ну, справедливости ради, маэстро, он вообще не оппозиционер, пока он не стал политиком, да, то есть пока он не создал свою партию, там, знаете, как Лешко какой-нибудь, да, или как тоже Жириновский. Неважно, с какого они там угла. А, Слуцкий, да, Слуцкий. Ну, короче, маэстро подвинет Слуцкого и займет его место. Либо они вместе будут руководить, короче, двумвиратом таким, ЛДПР. А, какие у них там взгляды и так далее. Если вы снесли памятник Екатерины, ну хорошо, мило. А почему тогда не снесли все дома, построенные при Российской империи? А это все лучшие дома Одессы. Просто нет других. Есть такое, да. Их нет. Все лучшие, самые приличные, самые... Если снесли памятник, то почему не снесли инфраструктуру? Ну это буквально аргумент человека с нулевым IQ. Причем я не считаю... Дешевка, букашка, что я могу ответить? Считаю Панасенкова тупым. Его аргументы идиотские, просто потому что, ну, он проплаченный.
То есть он, ему надо рассказывать. Ну что, ждем Панасенкова на Rush Today, во-первых. Во-вторых, у Стасина, как бы, в Соловьев Лайв. Представьте коллаб Соловьев, Стасян и маэстро Панасенков. По-моему, охуенно. Значит, вот эти... А, не, не получится. Там же у них Лебедев где-то там сбоку, а Лебедев, он хейтит маэстро, потому что у Лебедева нет чувства юмора. То есть Лебедев, конечно, он, значит, не глупый такой социопат, но у него чувство юмора отсутствует. Поэтому он заочно засирает маэстро. Кретинические совершенно тезисы. По типу, ой, вы снесли памятник какой-то империалистической... Ну, да, да. О, начинается риторика, как бы. Империалистическая пизда. Это надо голосом Ленина только. Империализм! Империалистическая пизда! Высокодержава, великодержавный русский шовинизм! Они вторгались в татарские стойбища и оставляли после себя театры, дворцы и библиотеки. Империализм, тюрьма народов! Снесите все дома тоже. А интересно, а советские памятники тоже, наверное, нельзя сносить? А если можно, то в чем разница? Ты просто не понимаешь. А почему бы? Кстати, не... Ну ладно, я не буду развивать эту мысль. Но в интернете реально есть культ личности этого тупого жирного... Блять, как бы это нет... Ну, о, видите, все, начинаются апелляции к внешности, что маэстро жирный. Маэстро хорошо питается просто в хороших ресторанах. Не постирония и не шутка. Вот. А то, что у него залысины появились, потому что голова большая, волосы все не, это сам, не успевают покрывать всю поверхность головы. Люди дохнут, и потом им уже не важно, кто сдох, где вы, где на. Ну, кстати, у маргинала лицо шире, чем у маэстро, понимаете. Пока я тупая скотина. Просто дебилизм какой-то, понимаете, это уже это невозможно терпеть. Дешевка, букашка. Короче, маргинал тоже будет переигран и уничтожен, я чувствую. Все, чтобы люди не гибли. Я вас предупреждал, что сделать, чтобы они не так, гибли. Губами ты сделал. Вы сделали все наоборот. Ну, поехавший просто. Ну, на самом деле, он производит впечатление сумасшедшего, но это в основном потому, что его... Да, но кто его в этом обвиняет? То есть это примерно как когда Кашин начал рассуждать на тему того, что, типа, я знаком был с вашим Панасенковым, мы вместе на радио выступали. Более скучного и нехаризматичного хуесоса я не знал никогда в жизни. Да, охуенно, но кто его в этом обвиняет, блядь? Его в этом обвиняет Олег Кашин, блядь. Который, блядь, на этом самом, на одном тембре, блядь, монотонно зачитывает на стримах, блядь, свои статьи из 13-го года, блядь, про свою родинку на жопе, блядь. И этот человек говорит, что маэстро, он, значит, скучный, неинтересный, как бы не харизматичный. То же самое и здесь, да, маргинал говорит, типа, ну, маэстро, он производит впечатление сумасшедшего. Да, охуенно, кто его в этом обвиняет, блядь? Кто говорит-то это? О, взяли за жопу россиянские спецслужбы, и, как бы, у него просто нет выбора. Ну, это полная хуйня, потому что маэстро, он в любой момент может в Европу скрываться. Ух, этот Панасенко... А вот другим другое дело. Да. Нет, понимаете, в чем дело? Маэстро, как бы, он мог бы просто не, в очередной раз не возвращаться из Италии, значит, назад в РФ, если бы он почувствовал, что там что-то тучи сгущаются и что-то такое. Вот. Поэтому на самом деле маэстро, он отважный человек, что он, имея свою гражданскую позицию, которая отличается во многом от позиции официальных властей, он, тем не менее, продолжает жить в РФ. Понимаете, в своей московской квартире с этими картинами, как бы, и соседями, которые норовят его залить, как бы, квартиру и уничтожить все вот эти прекрасные, значит, произведения искусства. Вот. Ну, такое себе, кстати, да, с хуевыми соседями, которые тебя затапливают, обвешать все стены, блядь, дорогущими картинами, купленными на аукционах, это, конечно, ход гения. Но тем не менее, маэстро человек отважный. Как Ницше писал ранний, «Стройте дома у подножья Везувия». Вот. Так что нет, он мог бы просто не возвращаться в РФ в очередной раз. Спасибо большое за донат, спасибо. Так что нет, тут сумасшедший, конечно, не маэстро, тут сумасшедший кое-кто другой, но как бы не будем об этом. В принципе, маргинал любого человека, у которого позиция отличается от его собственной, он обвиняет в том, что этот человек получает деньги от Кремля. И я хочу сказать, как бы, исходя из этого, Маргарита Симонян, где мои деньги, как бы? Где мои деньги?
Я, кстати, с мужем Маргариты Симонян один раз вместе первым классом летел, бизнес-классом в одном самолете. Надо было подойти и спросить, типа, бля, где моя зарплата? Какого хуя, блядь? Почему я должен летать первым классом, блядь, на деньги Биг Джо, а не на деньги Russia Today? Что за хуйня, как бы? Тогда-то деньги и дали. Так, а мне что не дали, как бы? Да дайте мне тогда тоже денег. Я тоже за Россию.